Всем привет! Друзья, а вас не достают комары и разная мошка на отдыхе или на рыбалке? Так вот, есть решение, которое поможет бороться с подобной проблемой. Фирма Killnex предоставила мне на тест-драйв интересные гаджеты. На которых хочу остановиться сейчас поподробнее. Я их катаю уже 2 недели и кое-что сейчас вам расскажу и покажу. Не переключаемся. Маленькая ловушка-фонарь. Идет в 2 цветах. Ярко-оранжевый, ярко-салатовый. Он легкий, имеет всего 200 грамм. Его можно поставить или повесить. Здесь внизу есть раз и крючок. Оп, ребят, вешаете. Отлично висит и отлично светит. Прежде всего, это шикарнейший фонарь. Имеет 3 режима. Оп. Значит, 30 люмен, 90 люмен и 180 люмен. Сегодня ночью я был на рыбалке с другом. Мы когда включили на 3-й режим, осветило пол водоема. Люди там орали на нас, что вау, выключите свет, к нам карп не подходит, ё-моё. Еще этот фонарик противоударный и водонепроницаемый. Делаем испытание, вот, лампой вниз бросаем. Скачет как мячик, видели, народ? Так, проверяем. Работает. Сейчас бросим этого фонарика в воду, пускай поплавает, посмотрим, как будет работать. Ну что, включаем на полную мощность и топим его. Видите, плавает. О, круто. Можно и посветить там чего-то, где ваша рыба ночью плавает, в садке посмотреть, никто ее не стырил. Видите, можно использовать еще как и подводный фонарь. И освещает так очень-очень даже неплохо. Ребят, видели? Работает. А интересно, а если мухобойку включить, будет работать? А ну, включаем мухобойку. Сейчас меня как бабахнет. Не, нормально. Мухобойка светится. Выключил. Видно, да, как светится? А ну, бросаем. Ну, работает? О, ребят, смотрите, работает. Работает хоть бихны. Блин, ну, супер, вот. Синеньким таким светится, там ультрафиолет. Когда эти лампы засорятся, их можно мыть под водой, они этого не боятся. Вы же видели. Вот одна у нас вчера работала в полевых условиях. Какой принцип работы лампы по уничтожению насекомых? Мы включаем ультрафиолетовый свет в лампе. Этот свет привлекает насекомых, они туда залетают и их просто убивает током. Ребят, все просто и все работает. Еще что немаловажно, что мне понравилось в этих лампах, они имеют классный эстетический вид и сделаны из качественных материалов. Такие они приятненькие и красивые. И безвредны для окружающей среды. Кроме насекомых. Видите, как лампа налупашила мошкары и комаров? Набилась так чуток их. Как очистить? Ребят, мы можем помыть ей под струей воды.
или просто выдуть оттуда. Ну, я их выдуваю. Они выдуваются лучше, чем, мне кажется, чем мочить. Ну, я мыть не пробовал, но я их выдувал. Если у вас хорошая тяга... Все, ребят. Лампа чистая. Ой, вся мошка на мне и на столе. На лампах есть две кнопочки. Одна включает сам фонарь, а вторая включает убийцу комаров. Ну что, посмотрим, как они светят. Свет, потухни. У Михалыча Сулеймана все по-честному, без обмана. Так. Лампочка, гори. Оп. Вот вам, ребятки, ультрафиолет засветился. Сейчас будет дубасить тех комаров на раз-два. Прикольно, в оранжевом вообще так красиво светится. Все по фен-шуй. Так, и включаем светильничек. Оп. Фу. Это на самых малых оборотах, 30 люмен. Смотрите, как Михалыч освещает. Это я, Михалыч, вам уже страшно? Прикалываюсь, народ. Короче, 60 люменов. О, а если так? Ну, вообще, смотрите, все осветило. Я говорю, мы вчера осветили, блин, пол водоема. Так. И самый мощный. О, мошкара летит. Как вам, ребята? Оп. А ну, ставим один сюда. Включаем второй. Чукс. Два. И три. О, и можно сниматься без фонариков. Смотрите, освещает, нормалек. Вот так прикольный. И так, не, так. Короче, ребят, как фонарь, иди отсюда, как фонарик, лампа светит, ну лампа просто шикарная. Короче, лампы годные. Караси третьего размера, блин, снова нас преследует. Еще пару слов, как я нестандартно использовал эти лампы. Я был на рыбалке, и машина стояла вечером, открытые двери были. И ко мне налетело всяких там мошек, комаров, гедзов и тому подобное. Я на следующий день, когда загнал машину в гараж, поставил лампу и включил мухобойку. И, блин, на ранок все комары, вся мошка, вся была в лампе. Все уничтожило. Машину очистил. И еще один вариант. Я накупил запасом одной недорогой прикормки. И у меня в гараже, блин, от этой прикормки завелась моль. Вот вам, ребят, не покупайте много прикормки, особенно дешевой. Если дорогая, да, там она качественная, дешевую много не покупать. Короче, полон гараж моли. И она тут начала мне грызть мою симпсонскую одежду, вы представляете? Лампа спасла. Поставил я лампу, включил. И на утро, короче, полная лампа, и возле лампы лежала куча этой моли. И у меня все, моли нет, прикормку я вынес на улицу, теперь она у меня там в лабетике валяется. То есть лампа помогла даже моль уничтожить. Моль залетала туда, ее этот свет привлекал. Там ее током лупашило, крылья в нее отпадали. Ну короче, моль уничтожила. Фирма Killnex предоставила мне еще и большую эта лампа немного побольше и весит уже 250 грамм. По сравнению с этими, эти маленькие лампы весят 200 грамм. Она не такая компактная, но зато она больше ориентирована на уничтожение комаров. Видите, здесь больше под комары. Светит она также 30, 90 и 180 люмен. Оп. Включаем мухобоечку. Видно, ребят? И с этой лампой в комплекте, ребят, идет две таблетки. Эти таблетки привлекают дополнительно комаров. Они сделаны на натуральной основе с запахом человека. Вот внизу открывается тут чик.
кусочек. Открываем такой отсек. Загружаем туда лампу. Ну, я сейчас не буду загружать, потому что одна таблетка действует месяц. В комплекте идет две, и потом можно докупать эти таблетки. Все, вставили таблеточку, закрыли. И у вас комаров лупашит, блин, 10 раз лучше, чем маленькие. И тот же фонарик, и та же убийца. Короче, в лампе все то же самое. Она идет противоударная, водонепроницаемая. Можно ставить, можно вешать. Оп, вот таких два крючочка. Ну, годная. И эта лампа, ребят, вчера она также проходила испытания в полевых условиях. Вон видно, сколько надубасилось там мошки и комаров. Я ее сразу выдувал, когда мы там были, потому что сразу только начало темнеть, они как начали лететь, и забила эту лампу. Я ее продул, и сидели до часу ночи, все отлично и хорошо. Также она вот заряжается от USB. С этой стороны кнопка включения лампы. Мягенькой такой эта штучка. А с другой стороны включаем ультрафиолетовый свет, который и привлекает комаров и разную живность летающую. Ребят, инновационные ловушки для комаров, которые используются в домашних условиях. Они работают от 220 вольт, имеют стильный дизайн и идут в черном и в белых цветах. Значит, принцип работы. Здесь есть сенсорная панель, которая включает ультрафиолетовые лампы. Здесь такой идет приятный синенький цвет, который приманивает сюда комаров и разных насекомых. А в середине мощный вентилятор встроен. Слышите, как гудит? Ну, он так, еле-еле там слышно этот вентилятор. И вентилятор всасывает комаров и насекомых в контейнер. Тут внизу контейнер, в котором комары и погибают. Вот. Вытрусили потом их, и все. Данные ловушки не являются вредными для применения, эффективно борются с насекомыми, и теперь вы можете спать с открытыми окнами, не боясь никаких там укусов комаров. Я думаю, это будет полезно, когда мы едем где-то на моря, на отдых, где нет кондиционера, жарко, блин, душно, и хочется же окно открыть, но эти комары достают. А так открыл окно, включил ловушечку, и она себе комаров этих дубасит. Ребят, и здесь идет сенсорная панель, что удобно. Вот, оп, нажали, выключилась, нажали, включилась. Так, посмотрим, как она в темноте работает, окей? Вырубаем, свет, выключись. Ловушечка, гори, то есть светись. Во, ребят. Такой приятный фиолетовый свет. Вот та самая сенсорная кнопка включения, которая включает нашу ловушку. И здесь еще есть датчик освещенности, ребят. Вот видите, я ее открыл, датчик открыл, ловушка выключилась. То есть вы на море, в домике, ловушечку включили, датчик открыли, и когда будет темно в комнате, она включится и будет лупашить комаров. Потому что ж комары когда у нас летят? Правильно, когда темно, когда темнеет. Так что она еще и работает в автоматическом режиме. А сейчас, если сделаем темно, я думаю, она включится. А ну сейчас выключу свет. Пожалуйста. Работает? Ну, сейчас включим свет. Хопа, и сразу выключилось все. Браслеты. Их можно получить в подарок или купить отдельно. Это натуральные, нетоксичные средства защиты от комаров для детей и взрослых,
Аромат браслета отгоняет комаров и безопасен для здоровья. Не требует дополнительного применения крема или спрея. Размер браслета регулируется клипсой. Вот, можете его выставить на любой размерчик. Я эти браслеты тестировал на болоте. Плавал там, ловил рыбку удочкой с боковым кивком. Так меня ни один комар не укусил. Вечером одевал их, дочке давал одевать. Я носил черного, дочка желтого носила. Ребят, ну реально работает. Проверено, то есть проверено на себе. Также к любому из гаджетов вы получаете в подарок вот такой стильный мешочек. Это мешочек для хранения ламп. И сюда помещается даже большой фонарь. Вот. Шпопс, чик, все. Мышка в норке. Все ссылочки на товары будут под этим роликом. Друзья, компания Killnex работает не только в Украине, но и в России. Сайт автоматически определяет ваш IP. Если вы зашли с России, цены будут в рублях. Если вы зашли с Украины, цены будут в гривнах. Заказывайте, пользуйтесь. Я проверил на себе. Все работает. Михалыч рекомендует. Друзья, я думаю, вы будете довольны. Данное видео на правах рекламы. Ну а я сегодня с вами прощаюсь. До новых встреч, до новых рыбалок. Пока-пока.